это бывшие вареники. Это магазин «Слон». Сука, ось він, блядь, русский мир, ебаный, блядь. Центр міста Ізюм, нахуй. Пизда всему, нахуй. Ебать, блядь. Школа четвертая, пизда, нахуй. Сука. Ебануться, блядь, парк разбитый, нахуй. Парк нахуй разбитый. Блядь, металл посрывало нахуй, подлетал, блядь, с крыш. Пиздец. Ебать сюда. Пидоры, блядь. Пидоры. Сейчас покажу прилет. Авиа, блядь, снаряда нахуй. А вот, сука, воронка нахуй. Куда пролетела, блядь. Ебать. Ну, блядь, радиус около 3 метров, блядь. Просто жопа, нахуй. Пидорасы, блядь. Так, вон, чей-то автомобиль разъебанный. Чей он владелец? А, ебать. Ну, тут. Автомобиль? База, блядь. Оптовая. Блакалась нахуй. Вот вам, сука, и русский мир, блядь. Так что думайте головой, блядь. Ебать, вот это нахуй. Вечерняя школа просто как карточный домик нахуй сложилась. Ебать, к хуям собачьим. Смотри. Да, это, мусор убрали. Ну тут да, это ебать, провод электричество. Ебать, ну тут окна, да, окна повылетали у всех. Ебать, он, короче, здание возле клана вообще тоже в халам, ебать, в пизду, нахуй. Одни щепки, одно пепелище, ебаный, бля. Одна пыляка, нахуй, вонь пороха, ебать, и какая-то хуйня. И гэпает по городу, ебануться. Ну, в принципе, на заводе вид такой же, блядь, как будто после бомбежки, хотя мы сами разобрали. Я ебу. Да не, ебать, он клан. Здание возле клана, ебать, нахуй, все. Все, ебать. Все, нахуй, вообще пизда.